корячиться! Сегодня все отдыхаем! Зарплату плачу за целый рабочий день! Это мой подарок родному городу! Получаем зарплату, расписываемся и сразу за стол. Милости просим. Давай поедем. Прокатимся, посмотрим. Интересно. Поехали. Мужики! Мужики, вы чего? А на какие средства ты приобрел эту вещь? Откуда у тебя, Петрович, такие деньги? Остановитесь. Да копил я! Что наш телевизор? Я запомнил тебя, газ! Отдай, газ! Я не помню тебя! Это что? Ну куда? Ну куда? Я телевизор 3 года собирал. Идем к тебе, газу! Понятно. Это сбылись светлые мечты семьи Петровых. Они хотели сделать гадость соседям. Их желание исполнилось. Да, пожалуй, ты прав. Заступитесь! Ну чего, поехали на площадь! Так. А это сбылись мечты семьи Ивановых. Пошли. Сидоров! Сидоров! Сидоров, иди сюда! Да, что? Строение возведено незаконно, не в соответствии с генеральному плану развития, подлежит сносу. Распишись. Давай, давай. Распишись. Какому сносу? Какое строение? Твоя беседка, вот это, давай. Дом пока не надо. Давай, давай, расписывайся. Ну, говорю же, не соответствует генеральному плану развития. Подлежит сносу. Давай, подлежит сносу. Расписывайся. Закончивай, говорю. Ты что творишь-то? Так, все. Отдыхать, товарищи. Поехали. Я же тебе говорил, ну не надо было этого делать. Не надо было. Закон нельзя нарушать. Закон есть закон. Что вы делаете? Что вы делаете? А?
Веревочек, всю жизнь мечтал, столько денег на эти билеты угрохал. И вот выиграл. А, миллион, мой Веревочек. Вот, вот, Веревочек, мой миллион. Миллион. Где? Стой, подожди. Держи, держи. Мой Веревочек. Мой Веревочек. Мой. Кто тут Оля Канарейкина? Я. Канарейкина, у тебя беременность 5-й месяц, а ты на осмотр не приходишь, анализы не сдаешь. Безобразие просто. О чем ты думаешь? Что? Нет, папа, это неправда. Дедушка! Да ей 14 лет, какая беременность? Их еще в школе осматривали перед 1 сентябрем. Тогда еще ей сказали. Я тебя убью. Иди сюда. Я никогда. Иди сюда. Ну, ни разу, ни с кем. Я предохранялась. Стой! Как меня мама учила, я так и делала. Где мамаша? Ах ты, зараза. Успокойтесь, раньше надо было сейчас воспитывать. Успокойтесь, папаша. Дедуля! Ладно, поехали. Это родина моя. Вот о чем мечтают наши сограждане. Вот то, что у них в подсознании, в глубинах душ. Убедилась? Просто ужасно. Это ведь свои родные люди. Я среди них выросла.